И еще одно ЧП на дамбе, не связанное, правда, со штормом. Этим утром движение на Кадии у выезда из Кронштадта было парализовано. Там столкнулись два грузовика. Все произошло на месте сужения дороги из-за ремонтных работ. Цементовоз на большой скорости врезался в припаркованную автоцистерну. От столкновения бак с водой сорвался с грузовика. Здесь стояли просто вот, они работали. И он просто не увидел знаки, наверное. И вот эта вот машина, она не двигалась, стояла. В кабине цистерны никого не было, а вот водителя цементовоза в тяжелом состоянии увезли в больницу.